сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області. Дані особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України. Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам'ятниками Бандері в Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі. Крім того, один із затриманих створив так зване силове крило, до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях в центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати заворушення. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, тривають слідчі дії. Я понял. Короче, Леха, давай, короче, эти бумажки, потому что на них надо сделать выезд. Я... Там на каждого отдельно делается фамилия, имя, все пробивается, чтобы официально они выехали на, по работе. Вот для чего это надо. Не, я понимаю. Интересуется куда? Ну куда? Туда, куда я и говорил. Туда, куда я и говорил. Ну куда ты говорил? Ну ты что, не помнишь, куда я говорил? Это в Россию. Не, ну это я знаю. Ну а куда? Ну, Россия? Миллион городов. А? Спрашивают, куда? Спрашивают меня вопрос. Это вот Москвы, под Москвой, ну, где-то. Ну, я тебе в Москву никто бы и тогда за все деньги не поехал. Что там делать в Москве там? Здесь тюрьму. Ну ты что, прикалывайся, Миша? Мы с тобой же обсуждали. Ты пацанов потерял или что? Да хочешь кушать, блин. Конкретики, заработать денег, не мозги нахуй. Так давай еще потрещим, заезжай. Все прям будут на месте и строю, можно даже и подвигать. Это... Смотри, деньги будут понедельник, вторник, на их содержание, а выезд с четверга по субботу, где-то в эти дни, пока будут документы готовиться. Я понял. Я уже просто им передал, что их уже отпускать никто не будет, что им на их содержание нужны деньги. Говорю, да. Что, понедельник, вторник, так что ты их держи. Уже нет. Не, я понял, что держать, но надо сейчас взять деньги, чтобы меня денег вообще нету. Что мы ждем, братан, где-то вот-вот, я уже просто уже даже не набираю, притихарился и жду, где-то вот-вот, сейчас вот встреча будет и зайдет, и потом дальше начнем заниматься выездом. Там надо будет документы какие-то, фирма, которая занимается выездом наших работников туда, понял? Вот такая вот. Ну оно будет, ну, братан. Шо, я, давай, блядь, не потеряй. Молись, брат. Чего молись, братан, ага. Оно сейчас где-то вот будет. Давай. Не, ну уже запустилось, братан, чтоб ты знал. Уже надо с тобой. Вот это помнишь, 5 человек первых, 5 вторых. Помню, помню. Это мы сейчас за 5 первых. За первую группу. За первую группу решаем. Ну, братан, ну все, где-то вот на днях. Мы встретимся. Я думаю, сегодня, завтра, может, уже, ну уже просто уже или какой-то, ну, должны какой-то кусок нам отдать наш, чтобы мы уже успокоились. Или мы едем. Все, других вариантов нет. Или что-то дают, или мы едем.